Вот режим AirView – это хорошее доказательство того, что можно сделать дополнительно за счет такого продвинутого стилуса. AirView – это возможность просматривать иконки и изображения, не прикасаясь к экрану стилуса. Ну вот для этого очень удобно, наверное, проделать что-то с галереей картинок. Вот у нас сейчас галерея картинок, где я отснял какие-то фото. Я, не прикасаясь к экрану, просто подношу близко мой стилус к иконкам картинок. И таким образом автоматически картинка увеличивается в размере, позволяя мне ее разглядеть получше. Вот я сейчас к экрану не прикасаюсь. Расстояние стилуса примерно 1 сантиметр до экрана. Вот можно даже перелистывать, не прикасаясь. Это AirView.